Кто-то, да, кто-то бегает. Думал, мне показалось. А он за мной бежал. Услышал, походу, меня, за мной побежал. Кто-то еще? Крадунчики, блин, а? Граната взорвалась под кроваткой. Под кроваткой. И типа, который стоял на ней. Ну, судя по всему, ранило немножечко. Ой, капец, у тебя ВСС-ка, друг. Сейчас посмотрел боковым зрением в стену, потому что оружием смотреть в стену слишком палевно. Я понял тебя. Типа вот так, да? Посмотрел. Здорово. Вот и то. Не, на самом деле я без читов играю. Уже очевидно. Блять, не та кнопка. Так, тебя тут никто не пожрал еще, пока я там хожу. Лежит мой хороший. Так. Вот слева ходит. Сюда. Здесь тоже, наверное, такие, да? Да. Может, я последний ЧВК на локации просто, поэтому они меня преследуют. Пойдет. Да тут просто много всего, блин. Бегает уже внутри.
Арма, Вась, я же тебе уже миллион раз, наверное, советовал почитать эту маленькую статейку, которую я написал про Арму. What? Просто подошел и смотрел в окно. Сорок третий, офигеть. А, с вектором. Мне показалось, он пистолетчик какой-то. Так. На холме, походу, по ботам, может быть, стреляют. Куда полетел? Как всегда. Звуков-то нет, как он поднимается. А он меня слышит. Но я увидел синий лазер, поэтому я среагировал на него. Чисто по синему лазеру. Как встать завтра на работу? Чувак с красными глазами. Так иди и ложись спать, что ты, блин, сидишь, стримы смотришь. Жопой там с дробовиком сидит, блин. А, ну я так и подумал, что большой уровень. Да. В туалете чел сидит. На кухне, точнее. Thank you.
45-й. Сидит, не шевелится, ждет. Пятая осечка. Это малыши, походу, Бэмби, да? Да, это Бэмби, судя по всему. Которые очень долго шли с той стороны. Я уже всю карту убил. Ой, ё-моё. Вы ничего не видели, чат. Самогоночку разопьем, подгон сделаю. Фабио, да мне тут ребята вон на прошлом стриме. Давай, под шумок сейчас залетим. Второй уровень? Типа с мутантом убил? Да ладно. Desync TTV? Это не читак какой-нибудь случайно? Как второй уровень убил 65-го? Не, второй уровень убил типа 65-го уровня с ником вот этот и лох. Для тебя плохие новости, братан. Гнида! Упыть! Так, ну это Адарка. А, АГС-ка либо старая. И второй, интересно. Понял. Он за фигней этой, за заправкой сидел. Так. Ну и кроме всего этого, у нас еще на решаловской базе кто-то есть. Короче, хрен узнает. Кто-то здесь все полутал. Ушел, походу.
Так. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.